22 ноября, 17 часов, со стороны поселка Толпаки Гвардейского района в направлении города Советска двигался автомобиль марки «Ровер» под управлением 28-летней женщины, которая в нарушение пункта 9.10 правил дорожного движения на 10-м километре плюс 800 метров автодороги Гвардейск-Неман границы с Литовской республикой неверно выбрала дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля марки Volkswagen под управлением водителя 1970 года рождения, который двигался в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ровер» был доставлен в лечебное учреждение. Уважаемые участники дорожного движения, госавтоинспекция напоминает вам, что согласно пункту 9.10 правил дорожного движения, водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которое позволило бы избежать столкновения. Берегите себя и своих близких, соблюдайте правила дорожного движения.